Друзья, всем привет! Всем привет! Вот и закончились новогодние праздники, и мы снова на работе. Но это не работа, а, так сказать, увлечение. Сделаем сегодня обзор цен. Так, сегодня будут цены. Ну и также ходим, параллельно ищем, которые автомобили у нас идут в поиске. Если что найдем, обязательно вам покажем. Ну, еще вкратце расскажем, напомним, мы занимаемся автоподбором. Если кому это интересно, обращайтесь, поможем. То есть можем найти вам автомобиль полностью под ключ, да, избавить вас от забот. Можете сами найти автомобиль. Кстати, все автомобили ищутся на сайте drom.ru. Авито, Автору, ребят, у нас это не актуально. То есть если сами занимаетесь поиском автомобиля, нашли автомобиль, скинули нам ссылочку, дальше мы уже сделаем все сами. И подписывайтесь на наш канал Автоподбор 25. Ну и давайте начнем наш обзор. 2020 стоит Toyota Spade, автомобиль 2014 года выпуска, объем двигателя 1,5 литра, стоимостью 540 тысяч рублей. Он без литья, он на летней резине, повторители, со стороны кузов чистенький, идеальный, не битый, не крашеный. Надо смотреть дальше. Ладно, кстати, есть такие автомобили 4WD, есть передний привод, естественно. Дальше стоит Honda Fit в черном цвете. В черном цвете установлены туманки. Он на штатных, хотел сказать, литых дисках. На штатной резине, без литых дисков, но на летней резине. Посмотрим после снегопада, как у нас дела обстоят с резиной. Все-таки ставят зимнюю резину или не ставят. Итак, Fit у нас 2016 года, комплектация LKLK. Ну, грубо говоря, это предмаксимальная комплектация, объем двигателя 1,5 литра. Он гибрид. Вот столько много рассказал, а цены не вижу. 11 тысяч пробега. 11 тысяч пробега. А сколько стоит он? А? Сколько стоит? Ну, на старте 737. 737 тысяч стоит вот такой вот Fit. Рядом стоит Prius 16 год, 4WD. Напоминаю, вот такие Prius в этих кузовах появились, автомобили 4WD. 1 миллион 25 тысяч рублей. Следующий гибрид, кстати, Prius — это полноценный гибрид. Следующий гибридный автомобиль — это Toyota Aqua, уже всем известная, тоже довольно-таки популярный автомобиль в красном цвете, стоимостью 595 тысяч рублей. Туманки, фары линзованные, на литье, на зимней резине, хэтчбэк. Таких автомобилей 4WD, к сожалению, их нету. Следующий — это Toyota Corolla Action в сером цвете, тоже на летней резине. Есть автомобили G-комплектации с климат-контролем. Это нет. 15 год, 1,5 литра, 4WD. Ну, стоимость здесь, к сожалению, не указана. Subaru Forester уже в рестайле. Турбо-версия, 280 лошадиных сил. Есть не турбо. Так, 14 год. Что турбовый, что не турбовый, объем двигателей 2 литра. 1 миллион 399 тысяч. Honda Fit Spike, комплектация Mugen, 665 тысяч рублей, белый перламутровый цвет, GP, третий кузов, на модных литых дисках, на летней резине, по бокам идут обвесы, повторители, бесключевой доступ, хромированные накладочки, полный мультируль, автомобиль в комплектации с кожаными вставками, накладки установили на глушитель. Toyota Corolla Fielder, жестная комплектация, плюс еще VXB. Зимняя резина установлена новая. Родные тойотовские литые диски, повторители, черный перламутровый цвет. Стоит автомобиль 877 тысяч рублей. Датчик при столкновении движения по полосе установлен. Subaru XV, автомобиль 2016 года, двигатель 2 литра. Полная комплектация, пробег 20 тысяч, 1 миллион 170 тысяч рублей. Ребят, давайте сегодня так. Сегодня машины открывать мы не будем, да, мы просто походим, по возможности возьмем максимальное количество автомобилей. Просто посмотрим, что происходит с ценами. Потому что кто-то там писал то, что цены обвалились, кто-то писал то, что цены в гору. У нас довольно-таки много обзоров цен, да, перед Новым годом 2019 года. Поэтому заходите, смотрите, сравнивайте. Toyota Isis, белый перламутровый цвет, на летней резине, на литье, на светлом салоне, 780 тысяч рублей, бесключевой доступ. Двигателя на этих автомобилях 1,8. Есть комплектация Платана. Двигатель Wolfmatic. Ну, Платана, она идет с обвесами.
Ладно, далее стоит просто Фрид, 10-й год, синего цвета, 538 тысяч. Стоит Toyota Harrier, гибридная версия, 2 миллиона 220 тысяч. Еще один хорек, 14-й год, 2 литра, бензин, 1 миллион 820 тысяч. Вот смотрите, чем они отличаются, да? Не гибрид идет 2-литровый, гибрид идет, мотор идет 2,5. Следующий стоит автомобиль Honda Vezel, 1,5 литра, бензин, комплектация S, кожа, 1 миллион 70 тысяч рублей. Есть гибрид, есть не гибрид, есть передний привод. Это тоже идет, друзья, полноценный гибрид. Напоминаю, то, что на авторынке «Зеленый угол» есть специально отведенная стоянка, да, где продаются одни грузовики. Поэтому пишите комментарии, если вам интересны цены на спецтехнику, на грузовики. Мы обязательно сюда зайдем. Далее, Honda Fit Shuttle. Тоже наипопулярнейший автомобиль, наипопулярнейший. Есть гибрид, есть 4WD. Стоимость начинается где-то от 750 тысяч, 889 тысяч рублей. Еще один Fried Spike, черный цвет, 12-й год, 2 электродвери, круиз-контроль, 639 тысяч. Honda Fit, 15-й год, автомобиль, 4WD, гибрид. Напоминаю, вот эти фиты, что шаттлы, в гибридном исполнении есть 4WD. Это, конечно, бонус, это плюс, то, что Honda такое сделала. Итак, на литье, на зимней резине, 15-й год, за 680 тысяч. Mazda Demio, 2015 год, объем двигателя 1,3 литра, 585 тысяч рублей. Конечно, внешний вид, да, облик автомобиля, он поменялся. На литье, на летней резине, машина закрыта. Задняя часть автомобиля Sky Active Technology. Так, а что у нас там снизу происходит? Под автомобилем. Нормально снизу происходит. Ладно, рядом стоит Toyota Spade в белом цвете. Напоминаю, с левой стороны дверь идет одна. Комплектация G, 578 тысяч рублей. Что у нас еще здесь есть интересного? Автобус, 16-й год, 2 литра, рестайл, 4WD, жирная комплектация, 1 миллион 280 тысяч рублей. Еще один Honda Vezel, 15-й год, 4WD, гибрид, фары линзованные. Есть, кстати, не линзованные, 1 миллион 135 тысяч рублей. Honda Fit Shuttle, 15-й год, комплектация Cool Spirit, по-моему, 648 тысяч рублей. Еще стоит один Fit, он 1,3, 589 тысяч рублей. Кстати, цена неплохая, да, 589 тысяч. Он уже на зимней резине, на литье, бесключевой доступ. Давайте откроем один, посмотрим. Вот сзади спойлер установлен, дворник. Камера заднего вида на автомобиле есть, спойлер какой-то у него идет такой, если честно, нестандартное литье. Литье, оно не оригинальное, но это литье. Так, что у нас по низу происходит с данным автомобилем? Ну, ребят, по низу здесь, не знаю, мне сказать просто нечего. Обратите внимание, да, на стойку, на лонжерон, на пружину. Там, если честно, даже намека на ржавчину у нас нету. Он на климат-контроле, без кожаных вставочек. Ну давайте, что говорить, сейчас нам его откроют по салончику, этот автомобиль посмотрим. Блядь, сюда, все. Так, ну вот нам открыли идеально чистый салон. Смотрим по пластику, пластик не царапанный. Эко-режим, туманочки здесь ставили, отключение антибукса, корректор фар, подстаканник. Автомат, климат-контроль, кнопка старт-стоп. Снизу идет два подстаканника. Второй ряд сидений, тоже все чисто, аккуратно. Не хватает, наверное, здесь подлокотника, да, со стороны второго ряда сидений. Ну и давайте посмотрим объем багажника. Довольно-таки неплохо. Запаски нету, идет ремкомплект. Кстати, задние сиденья, они полностью складываются. Итак, ребят, это у нас был Fit на литье, на зимней резине.
2015 год, 1.3 за 589 тысяч. Итак, нам все-таки демо открыли. Кстати, сейчас с продавцом пообщались. Зимняя резина идет к данному автомобилю в подарок. Поэтому, если вы приобретете данный автомобиль, зимнюю резину покупать вам не придется. Давайте посмотрим по салончику. Так, как обычно, дверная карта пластик. Но вот здесь вот такие вот вставки интересные идут. Здесь кожаная вставка. Я в перчатках, но вроде это кожа идет. Колонка. Сиденье идет комбинированное. Прошитая, здесь, естественно, пластик, порог. Обратите внимание, порог в каком состоянии, не царапанный. Шилдики японские о техобслуживании, о замене масла антибукс, айстоп, корректор фар, мультируль. Есть автомобили на климат-контроле, этот без климат-контроля. Здесь у нас два USB-входа, розетка. Вот такого плана монитор, два подстаканника, управление громкостью. Второй ряд тоже комбинированные сиденья. Место вот, ну, если честно, маловато, да, сейчас водительское сиденье отодвинуто до конца. Ну, как ни крути, ребят, мало места. Говорю правду, как оно есть, вот то, что вижу своими глазами, да. Но объем багажного отделения, в принципе, он по стандарту идет. Итак, Mazda Demio, автомобиль 4WD, 15 год, 585 тысяч. Рядом стоит у нас Toyota Romeo, он тоже такой, знаете, ну как бы вот автомобиль хороший, но почему-то не пользуется, если честно, он особо спросом, хотя он надежный, комфортабельный, внешний вид у него неплохой. Итак, 1,5 литра, 10-й год, идет распродажа 585 тысяч. Стоил автомобиль, кстати, джешная комплектация, стоил автомобиль 615 тысяч рублей. Ух ты, вон еще открытый. Вон еще у нас и открытый. Вот смотрите, здесь заднее сиденье сейчас сложено. Оценить объем багажного отделения, да, и вообще, в принципе, как они трансформируются. То есть раскладываются в ровный пол. Так, здесь у нас лед. Осторожно. Итак, Румион, 10-й год, он передний привод за 585 тысяч рублей. А он открытый, уже сняли, спасибо. Да. Еще один Toyota Prius, 15-й год, белый перламутровый цвет, ребят. Пробег на этом автомобиле 50 тысяч километров. Хорошая комплектация, стоимостью 1 миллион 97 тысяч рублей. Пробег на данном автомобиле родной. Автомобиль мы этот проверяли, мы знаем, что с ним происходит. И, как вам сказать, мы его рассматривали. У нас был поиск автомобиля по рынку «Зеленый угол». Мы с нашим подписчиком ходили, выбирали ему автомобиль. И он рассматривал данный автомобиль к приобретению. То есть хорошая цена, ну и неплохое. Не то, что неплохое, а достойное, хорошее состояние. Кому будет интересно, дадим полный расклад. Еще один Honda Fit Sale, распродажа 570 тысяч рублей. Honda Insight, 13 год, гибрид, есть все, 770 тысяч рублей. SX4, но они, по-моему, стоят с того года, 14 год, 1,5 литра, 4WD. Цена не указана. У морковки такой, у оранжевого, 13 год, 830 тысяч. Вижу, написано пробег, указан 50 тысяч пробег. Стоят Mitsubishi Delica, но это такие автомобили, как микроавтобус внедорожного класса. Особенно посмотрите вот на вот этого монстра. На них надо как-нибудь все-таки, наверное, будет сделать отдельный обзор. Допустим, вот эта Delica, она с Японии подготовлена, да, то есть кенгурятник, задрано на литье, багажник, чего здесь только нету. 4WD, 9-й год, 2,4, 1 миллион 850 тысяч рублей. Кстати, есть такие автомобили дизеля от Delica в сером цвете, немного подешевле. 14-й год, 4WD, кстати, есть автомобили передний привод, 1 миллион. Что тут написано? 500, 600, 680 тысяч. Ну, третья Delica совсем попроще, 4WD. А вот это, кстати, в дизельном исполнении, 14 год, 1 миллион 550 тысяч. Шикарный Toyota Tank. Вот эти автомобили все-таки начали появляться. Максимальная комплектация есть все. 17-й год, 17-й,
турбо 710 тысяч. Бампер, по низу юбочка, обвес туманки, ходовые огни, литые диски, жирная зимняя резина, бесключевой доступ. По бокам обвесы, идут хромированные накладки. Видите, Toyota Tank. Сзади сонары. Ладно, не будем облизываться. За 710 тысяч рублей Toyota Tank. Стоит Toyota Premium, 16 год, мотор 1.8, комплектация XL Package, пробег 21 тысяча километров, стоимостью 915 тысяч рублей, стоил автомобиль 935. Ну, как бы, да, вот смотришь, действительно, как бы, ценники, продавцы немного подскидывали. Fit, цена не указана, Fit 16 год, 1.3, аукцион 4 балла, 4 ВД за 620 тысяч. Ну, я вам хочу сказать по наличию автомобилей, да, то есть, видите, ряды, полные ряды забиты, в рядах машины не получаются, как бы начинают их немного выгонять. Так, Toyota Porte, 19-й год, автомобиль, внимание, 2019 года, бензин, автомат, 4 ВД, 755 тысяч рублей. Toyota Prius Alpha, полноценный гибрид, 14-й год, мотор 1.8, 859 тысяч. Subaru XV, 1 миллион 148 тысяч. Toyota Aqua. Итак, 16-й год, ЖЭшная комплектация, 698 тысяч. Toyota Vitz, 16-й год, 4 ВД, 598 тысяч. Daihatsu Move, 15-й год, 4 балла, 365 тысяч. Subaru Forester в белом перламутровом цвете, 1 миллион 235 тысяч. Toyota Spade, 16-й год, 575 тысяч. Nissan Kicks, мини-джипик, на родном ниссановском литье, в бордовом цвете, ярко, знаете, вот как он переливается, прям офигенно смотрится на летней резине, сзади запаска новая, ну-ка, залазим под низ, ну, как бы мелкие рыжики есть, если честно, есть. Итак, три двери, 07 турбо, 4 ВД, раздатка, 4 цилиндра, отличное состояние. Цена 385 тысяч рублей. Toyota Spade на литье, на летней резине. Автомобиль 15-го года, электродверь, цена не указана. Suzuki Solio 2015 год за 465 тысяч рублей. Еще один мини-джип, Terios 11 год. А сколько Terios стоит? 380 тысяч рублей. Nissan Days Rux, 15-й год. Что 20 тысяч? Рублей стоит. Стоит автомобиль, да, 20 тысяч рублей. Ну, действительно, делают скидки большие. Мы, наверное, берем его у вас. Вот, 15-й год, 07, пробег 43 тысячи километров. Что там у нас еще стоит? У нас засыпано, не откопали еще. Ну, как видите, автомобили есть. Автомобилей очень много. X-Trail, но здесь мы ценника не увидим. Но вот ценника тоже не увидим. 16-й год, цена не указана. Toyota Corolla Fielder, 655 тысяч, G-салон, автомобиль 4 ВД, аукционный лист. Ну, какие-то вмятинки были, короче, надо смотреть, 92 тысячи пробег. Honda Fit Shuttle, 14-й год, 1,5 литра, 4 ВД, 590 тысяч. Nissan AD с огромным багажником на крыше. Стоимости нет, указан только телефон. Toyota Corolla Axio, 15-й год, 685 тысяч рублей. Nissan Note, 15-й год, 1,5 литра, 490 тысяч рублей. Honda Freed Spike, автомобиль 2013 года, автомобиль 4 ВД, полноприводный, 725 тысяч рублей.
А далее, так, это показали. Что тут еще можно показать? Вот еще один стоит Fit Shuttle в сером цвете, 14 год, 1,5 литра. 1,5 литра. Аукционный лист лежит. Кузов целый. Цена, к сожалению, на автомобиле не указана. Еще один Honda Freed Spike G Aero, 1,5 литра. Ценника тоже на автомобиле нету. Subaru Forester с рейлингами, 2 литра, 4 ВД, X-Brake. Цена тоже. Куда-то цены у нас подевались на автомобилях. Toyota Corolla Fielder Restyle, 16-й год, 12 месяц, расход топлива 5 литров на 100 километров. Цена тоже куда-то у нас спряталась. Honda Fit, 17 год, 1,3, 695 тысяч, но это уже новый Fit. То есть и внешне он изменился, да, ну и внутренне там, по-моему, небольшие изменения на автомобиле присутствуют. GK, третий кузов. Toyota Corolla Fielder, USS-овский аукцион, 16 год, 1,5 литра, передний привод, туманочки, хром накладка, решетка на капоте тоже хромированная, без литья, на летней резине, повторители, 745 тысяч рублей на темном черном салоне. Toyota Spade, 15 год, 4 ВД, 635 тысяч, аукцион TAA, 4 балла, CB, 73 тысячи пробег за 635 тысяч рублей. Вот стоит порты, да. Кстати, многие задаются вопросом, спрашивают, чем они отличаются, они практически одинаковые. Смотрите на порте, на морду, смотрите на морду Spade, то есть отличается бампер, отличаются фары. Порты стоят 595 тысяч рублей. Ну и давайте посмотрим по задней части автомобилей. Вот он Spade. Вот порты. Suzuki Hustler, 14 год. Самая высокая комплектация, 499 тысяч рублей. Летняя резина, родное литье, туманки установлены. Следующий гибрид Aqua, 15 год, ноябрь, 1,5 литра, за 629 тысяч рублей. Nissan Sirena, 16 год, гибрид, 2 литра, датчик движения по полосе, аукционный лист имеется. Итак, 995 тысяч. Toyota Corolla Fielder, 4 ВД, 745 тысяч. Пробег 105 тысяч. Suzuki Jimny, 570 тысяч, автомобиль 2015 года. Еще одна Toyota Corolla Axio, передний привод на светлом салоне. Автомобиль со светлым салоном. 595 тысяч рублей. Nissan Note, цена спряталась. Остальные ценники у нас куда-то с вами поубегали. Еще один Note, 4 ВД, цена тоже отсутствует. Так, друзья, ну, в принципе, как и говорили, да, вот цены вам показали. Параллельно ходили, выбирали автомобили. Вот у нас в данный момент идет поиск на такого автомобиля, Nissan Note. Если честно, да, мы рассчитывали найти автомобиль, который у нас будет в предыдущем кузове, да, там, как, допустим, вон там стоит. Найден автомобиль 17-го года. Это уже и другой салончик, и совсем другой кузов. Итак, автомобиль 2017 года в полной комплектации, стоимостью 609 тысяч рублей. С родным аукционным листом, с чистым, аккуратным, ухоженным салоном. Машина 4 балла, с пробегом 90 тысяч. Автомобиль на климат-контроле. Автомобиль 4 ВД. Посмотрите, автомобиль 4 ВД. Посмотрите состояние днища для автомобиля 4 ВД. Камера заднего вида. 4 камеры кругового обзора. Сонары, датчик движения по полосе. С помощью этого датчика, с помощью сонаров автомобиль едет, он сам останавливается перед препятствием. То есть сзади стоящий автомобиль, да, либо в гараж, либо в бетонную стену, автомобиль не въедет. За это можете не переживать.
Итак, Note 17 год, 4 ВД в полной комплектации за 609 тысяч.